Здравствуйте, уважаемые слушатели и подписчики. Сегодня поведаю отличный простой способ, который позволит избавиться от повседневной плохой энергии, которая оседает на человеке от общения с большим количеством людей. А также я прочитаю отличную, эффективную мантру-молитву, которая закрепит этот результат. Если вы услышали в себе неприятное состояние после трудового дня, головная боль после этого же трудового дня, обязательно проведите вечером сразу после этого же трудового дня вот такую чистку. Можете использовать и другие способы. Два из них появятся в конце этого видео в виде ссылок. Что же необходимо делать? Просто берем, набираем теплую ванну воды. Берем 1 килограмм обычной крупной соли. Тщательно можно растворить эту соль. Или в кастрюле в горячей воде, чтобы она полностью идеально растворилась. И потом вылить в ванну. Ну или уже в ванной, кто хочет, просто в ванной растворяем качественно эту соль. Необходимо лечь в ванну, расслабиться, подумать о чем-то приятном, представить себе приятные картинки, например, с вашего отдыха, с природы, море, закат, плещутся волны. Закрываем глаза и лежим в этой соляной воде. Лежать идеально будет 20 минут. В это время 3 раза проговариваем такую мантру-молитву. Пожалуйста, Господи, не позволяй ни одной душе войти в мое тело, войти в мой разум, дух и энергию. Я прошу защитить меня и мое тело и приказываю негативной энергии и злым людям мирно покинуть меня. Данную мантру произносим 3 раза вслух. Далее встаем и из душа смываем с себя весь этот соляной раствор, выпускаем воду с ванной, обтираемся и идем заниматься своими делами. Можно прилечь еще 10-15 минут, просто расслабиться на кровати, отдохнуть. Если вам нравятся мои рецепты для здоровья, не забудьте меня поблагодарить, написать комментарий, а также поделиться этим роликом со своими друзьями. Они также хотят быть здоровыми. До новых встреч на моем канале и встретимся еще!